Празднование 20-летия Национального университета Одесская юридическая академия и 170-летия Одесской школы права перенеслись с оперного театра и банкетного дома «Ренессанс» в стены «Альма-Матер». Президент вуза, академик Сергей Кивалов, поздравил студентов, преподавателей и поблагодарил за их весомый вклад в развитие университета. Коллектив очень много сделал для развития Национального университета Одесской юридической академии. И практически все преподаватели, которые сегодня находятся в зале, они внесли каждый свою лепту. Нам удалось создать в том числе и материальную базу. Материальная база одна из лучших. Я могу сказать, что на протяжении 20 лет мы каждые полтора года вводили в эксплуатацию общежитие. И это хорошо. По инициативе коллектива университета Сергею Кивалову вручили знак почета первой степени. В этот день ректоры одесских вузов пришли поздравить коллектив юридической академии с юбилеем. В день 20-летия Национального университета Одесской юридической академии мы от совета ректоров пожелали процветания, продвижение всех тех проектов, которыми так славится Национальный университет, их реализации. Я хотел бы передать нашим друзьям и коллегам в Национальном университете юридической академии самые сердечные поздравления с юбилеем академии, 20-летием. Замечательная дата, прекрасный коллектив. Прекрасные студенты. Я бы сказал, что сегодня действительно юридическая академия занимает ведущую, лидирующую роль среди высших учебных заведений, занимающихся подготовкой юристов, правоведов. Сегодня большое событие в жизни нашего города и в жизни университета, потому что отмечается юбилей не только университета, но и юбилей Одесской школы юристов. Хочу выразить глубокое уважение к Национальному университету, Одесской юридической академии, за его дела, за то, что университет несет высоко знамя юридической науки и юридического образования. Мне хочется от имени аграрной сферы нашего региона поздравить юридическую академию, Национальную юридическую академию, коллектив президента, профессорский состав с этой знаменательной датой, поскольку университет юридической академии стал образцовым высшим учебным заведением Одесского региона и Украины в целом. С 20-м юбилеем вуз поздравил викария Одесской епархии епископ Овидиопольский Аркадий и вручил студентам и преподавателям отличия Украинской православной церкви и грамоты, подписанные митрополитом Киевским и всея Украины Ануфрием. Мне хотелось бы вас поприветствовать с этим большим праздником, с юбилеем, Рождеством юридической национальной академии. Вам многое дано, и вы, наверное, это осознаете и понимаете. Хотел бы пожелать в этот для вас ответственный, прекрасный, радостный день рождения Национальной академии. В первую очередь, помощи Божией. В честь юбилея президент вуза вручал награды преподавателям университета, а председатель Союза юристов Украины Виталий Серафимов отметил студентов вуза званиями «Студент-юрист года», преподавателей – званиями «Ученый года» и «Выдающийся научный деятель». Всемирный конгресс юристов признал Сергея Кивалова юристом года и полным кавалером Ордена права. По случаю праздника несколько преподавателей университета получили звание «Заслуженных юристов Украины». Для меня это большая честь. Конечно, если бы не наш университет, то этой бы награды не было. Потому что вся моя трудовая деятельность, все 20 лет, как раз посвящены нашему вузу. И я благодарна и руководству вуза, и руководству страны за то, что оценили мой вклад в юриспруденцию Украины. Награда «Заслуженный юрист Украины». Эмоции, конечно, зашкаливают, благодарность переполняет. Что для меня 20 лет? Для меня это моя жизнь, моя профессиональная как юриста. Многие преподаватели за 20 лет в вузе прошли путь от студента до профессора и состояли здесь как ученые.
Вся моя судьба юридическая связана с юрокадемией. Ровно 20 лет назад я сюда поступила. И за 20 лет от студентки, потом аспирант, доцент, профессор, завкафедры, за эти 20 лет сделано именно в этих стенах и именно за эти 20 лет. Поэтому с академией связана вся и профессиональная жизнь, и даже семейная именно в стенах академии создала семью. Я бывал во многих учебных заведениях, но учебного заведения такого уровня, как Национальный университет Одесской юридической академии, если честно говоря, мне не встречалось. Что по качеству образования, что по качеству предоставления услуг, я имею в виду профессорско-преподавательский состав, а также по условиям что обучения, что проживания наших студентов. Заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук, профессор Иван Сирота стоял у истоков создания Национального университета Одесская юридическая академия. Я поздравляю коллег, всю академию, весь наш состав с такой хорошей, большой датой творческой. За эти 20 лет мы очень многое достигли, очень многое делали. И мы заложили такой фундамент, такой прочный, что на этой основе академия будет развиваться, будет процветать и будет много готовить хороших специалистов. По случаю 20-летия университета доктор юридических наук, секретарь ученого совета вуза Валентина Дудченко была удостоена званием почетного профессора университета. Этот день символичен тем, что я вижу, каких высот может достичь юридическое образование. Конечно же, хочется высказать огромную благодарность нашему президенту, нашему бессменному руководителю в течение 20 лет Кивалову Сергею Васильевичу за те усилия, за тот труд, за все его обязательства, которые он вполне выполнит перед всем коллективом, те обязательства, которые были взяты 20 лет назад. В рамках празднования 20-го юбилея университета заслуженные награды получили более 1000 членов коллектива, среди них преподаватели, студенты и сотрудники вуза. Наталья Апара, Константин Гречаный, Юлия Польнова, телеканал «Репортер». Александра Сергеевича.